Мы идем в круглосуточный комбини рядом с домом. И мы все в пижамных штанах, как вы видите. И я в пижамных штанах с Микки Маусами. А, вообще не только мы, все корейцы так ходят. Это такая корейская фишка. А, это пати му катэ. Да? Здесь не боё. Мода ходить в магазин в пижамных штанах пошла из корейских дорам, из корейских сериалов. Там актеры часто, видно, это делали, но это было уже давно. Эта привычка у корейцев так укоренилась, что они с удовольствием в пижамных штанах ходят в магазин. Те, кто здесь живет, с удовольствием эту привычку перенимают, так как это весело и очень удобно. Надел куртку и пошел. Так что, если вы будете в Сеуле и увидите людей в пижаме, вы не шокируйтесь. Это абсолютно в Корее норма. Рядом с домом у нас 4 таких круглосуточных магазина. Они друг на дружке практически стоят. Но этот самый любимый у нас. Вот так тут все выглядит. Есть микроволновка. Здесь горячие напитки. Здесь же можно съесть то, что вы купили. Здесь можно отправить почту, посылку самостоятельно. По Корее только. Здесь взвешиваете, сами все оплачиваете карточкой и отправляете в любую точку Кореи. Почта в Корее работает как швейцарские часы. Ваша посылка на следующий день уже найдет свой адресат. Когда мачиста? Ну, сайде. Челина молока себе набрала, как на войну. Так, здесь вот всякие есть сосиски, йогурты, молоко, кофе, кимчи вот в таких маленьких пачках, очень удобно на раз, на один раз. Специально для рамена продается сыр вот такой, чтобы сверху насыпать. Я даже не знала. Вот тут такие панчаны есть, дан-дан-дан, немного, в основном это кимчи только. Это кишка, жареная на углях, очень вкусное, мое любимое блюдо. И всякие вот такие мясные, кровяная колбаса, острая курица. Это куриные лапки острые, по-моему, путем матча. Мейонпультакпаль, да-да-да. Это острые, очень острые куриные лапки, вот сами вот эти вот лапки. Это пупки. Это хрящики. Хрящики. Все такое вкусное, что у меня аж слюни текут уже. Вот, также здесь можно купить всякие фрукты, но здесь их немного. Ну, вот они вот так в стаканчиках продаются на один раз, чисто вот, чтобы пополнить свой витаминный запас, так сказать. Также есть пирожные, это вот тирамису. Смотрите, какая вкусная тень. Жалко, что я не люблю сладкое. Ангелина набрала там чего уже. Вот тут есть чикен. Чикен есть? О, папа. А, вот такое вот. Это вкусно, да? Чикен. Сунсакочи. И хаку его чикен соус. Соус, да, самогулька. Также здесь вот есть такой натуральный кофе. Кофемашина стоит полноценная. А, чинча многого. Чинча многого. Они отручка. Все для собак есть. Всякие вкусняшки для собак. Это я напоминаю, что мы в круглосуточном находимся магазинчике, который работает всю ночь. Также здесь есть готовые, как они называются в Корее, дошираки. Это такие блюда, которые можно купить и пообедать здесь. Вот, видите, полноценные блюда.
полноценные обеды или ужины, или завтраки. Банчаны, рис, мясо, японская кухня и вот такие вот кимбабы треугольные, очень популярные в Корее. Ну и сэндвичи, да, корейцы едят вот такие сэндвичи. Анджина, сэ сроки сана куа? Моса куа? Паранмуль. Ой. Видели, да? Сколько радости у ребенка. Самостоятельная. Есть вся бытовая химия, необходимая. Не так, конечно, как в большом магазине, но такой элементарный набор, даже вот клей-момент есть. Такое вот самое необходимое, то, что может вам внезапно ночью понадобиться в хозяйстве. Все, все здесь есть. Очень-очень удобно. Анджелина Гагресо. Таса, сакуш пунго таса? Дэнде ирюке самян? Отуке саяде? Сингакаго саяди? Здесь есть вот такие вот всякие дорогие всякие коньяки, виски. Ангелина, оставь мандарины в покое. У нас дома мандаринов этих завались. Корейские дети обожают вот эти сосиски. Они непонятно из чего сделаны. Из рыбы и с добавлением сыра, молока. В общем, дети это очень любят. Я не понимаю, я такое не ем, конечно. Ну что, пойдем воду наливать? Все, что ли? Закрывать не надо? Масун оттэ? 생각보다 맛있어. 괜찮아? 근데 약간 차가워. 안 먹어. 안 먹어. 안 싫어. 맛있다. Каждому свое. Что еще показать, пока дети жуют? Вот такие вот наборы в Корее продаются везде. Набор для путешествий. Здесь в очень маленьких тюбиках есть все необходимое. Шампунь, кондиционер, гель для душа, зубная щетка, зубная паста. Очень удобные вот такие наборы. Трусишечки. Даже реснички накладные. Вдруг вам ночью понадобится. Ирон гидо иссо? Ирке наме, йогидага изе ирке мурэ таун гоя. Специальное видео для этого. Но ведро это с помоями, с пищевыми. Туда нужно выбрасывать воду ненужную. О, о, думай на готы. О май гад. О, о, так много. Это очень острый соус. Я обычно весь его, конечно, кладу, но Софья только половинку положила. Здесь кунжутное семя и водоросли в отдельном пакетике. Теперь сыр. О! Таноса. Ничего страшного. Запивать молоком, говорит, надо, а то сильно остро. О, 안 빨갛지만,
매워요. 한번 먹어볼게요. 자, 라면 잘 못 먹는데 진짜 매우고 너무 못 먹는데 해볼게요. 못 먹겠어. 난 진짜 이게 혓바닥 맛이 없어질 정도로 매워요. 여기서 뿌 뿌 그만큼 매워? 나 따라하지 마. 나 진짜 그러니까 매워. 따라하는 거야 지금 언니 스타일. 아니야. 다시는 안 먹을 거야. 맛있어? 또 당선 나피득 타코. 나 이봐. 이거 지금 먹는 거야. 내일 다리가 아파서 감기 걸러서 이거 먹어야 돼. 이거 감기 안 걸러는 거야. 이거 봐봐. 이렇게 하면 안 떨어진다. 어? 신기하지 않아? 이게 봐봐. 나 봐봐. 아, 옷에 다 들어갔어. 다 젖었어. 아이, 괜찮아. 또 줄까? 자. 아. 야. 우지야, 안 웃겨. 나가라고 할 거야, 지금. 진짜 안 웃겨, 이거. 아니, 그게 아니라, 나 안 웃겨. 발 닦고 와. 애기 얼굴부터 닦고 와야지. 이제부터 닦으냐? 티슈 다 썼어 우리. 여기 있는 거. 티슈 서피스키 스트라이스니. 뒤에 거 바꿔와. 코로나 순간이 다 친다. 기드레인이 만지래. 됐지? 아니. 마마. 바꿔. 야, ты умная, конечно. 너? 언니. 왜? 갑자기 나보고 너? 언니! 왜? 언니가 뭐 잘못했어. 어? 잘못했어? 이렇게 해도 되겠다. 이렇게 해서 잘못했어, 언니? 응. 그럼 언니 어떻게 해야 돼? 면을! 괜찮아. 여기 로또 있는데 우리 소피야, 우리 로또 할까? 그랬다, 그거 해보자. 그냥 이렇게 뜨는 거 아니야? 아니야. 어떻게? 유튜브에서 배웠는데 약간 안쪽을 뽑아야지 더 좋은 게 많이 나오는데. 그래? 방법이 있어 이것도? 자, 우리의 오늘 좋았어? 오늘 안젤리나 하지 마. 안젤리. 안젤리나 오늘 기분 어땠어요? 좋았어요. 엄마는 오늘 조금 좋았어, 괜찮았어? 그러면 이제 우리의 기분을 담아서 스톱을 하는 거야. 하나, 둘, 셋, 끝까지. 자, 엄마가 원하는 대로 스톱을 해. 자, 시작! 스톱! 예. Yeah. 하나 일단 뽑아놓고 안지나 스톱해야겠지? 알겠지? 하나, 둘, 셋! 셋! 오케이. 이번에 내가 스톱해볼게. 오늘 조금 좋았어. 할게. 스톱! 자, 이렇게 한 다음에 이제 근데 여기 막 좋은 거 막 많이 나올 수도 있어? 이거 전화 네. 사탕이에요. 그러니까는 번호를 이제 여기 여섯 개씩. 어떤 게 제일 좋아 여기 중에서? 사탕. 아니. 답다 아빠다. 이름 안 들리나? 자. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 이렇게 있어. 번호 어떤 게 제일 좋아? 번호 어떤 게 제일 좋아? 하나 이렇게 딱 해봐. 어떤 거? 28. 해, 28. 이거? 어. 나? 할게 먼저. 응. 나는 25. 나는 33. 37. 너는? 나는 33. 3 그만해. 3 하고 싶어 해. 왜? 33 이거? 응. 아, 33. 33. 또. 됐다. 자, 이제.
А, все, и что теперь? Хотя. Нет, теперь что-то надо делать дальше. Тойюль-наре. Тойюль-наре. Тойюль-наре 8시 40분에서 9시 사이 확인하시면 돼요. 재밌지. 토요일날 하자. 감사합니다. 저는 피나라. 사사사나라. 물다도 빠빠빠빠. 너무 쉬워. 저는 어제 도전받을 거야. 저는 미성가. 도전받을 거야. 저는 밀리트 자그리부터. 원, 투, 쓰리, 포, 탈로고. Кажется, какие-то три дурочки в пижамах. Гаджа, тебе гаджа. Анне, сиро. 우리 어디 왔어? 노래방에 왔어요. 저희가 집에 가다가 갑자기 노래방에 가서 안 들리나? 노래방. Распелась у нас по дороге. Мы решили проораться зайти. 안녕하세요. 안녕하세요. 피카츄 놀래. 네. 어. 고고고고. 괜찮아? 네. 네. 네, 감사합니다. 안티키 티키 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 여기다 500원에 한 번 볼게요. 네, 500원에 한 번 볼게요. 밤이니까 그런가? 밤이라서. 밤이라서 그런가? 아, 모르겠다. Мы зашли вот в такой маленький Норибан, селф Норибан называется здесь. Нужно скидывать денежку. Чё? И то петь. Здесь можно заораться, закричаться. Дома так не покричишь. А здесь можно. Ну что, поорём, девчонки? Чё вы такие скучные? Его кажется, но... Тайнапо ОСТ야? Та блю сюйчи, амгуна наоду анжина, сирюаным гойду блю сюйсо? 알겠지? 비싸니까 500원. 어, 알겠지? 안지나 막 이상한 노래 나와도 불러야 돼, 알겠지? 왜 이상한 노래 나와도 뭘 찾았어? 또 이상한 거 찾았어? 아니, 안, 이상한 거 아니야. 다이노코어 찾았는데. Без Софии мы никуда, конечно. Она у нас корейский переводчик. 어, 다이노코어 진짜 나오네. 다이노코어 나오네. Пели. Жалко, жалко. Хорошо, старались. Я его кану. Я его певичка у нас сидит модная, видите? Нога на ногу, в пижаме, в караоке, с лимонадом. Келина, не смеши мои тапки. Вот и все. Чем я кинула,
재밌었어. Теперь в лотерею будем играть, а? Вы еще не наорались в караоке. Бедобьяны, бедные.